Привет, вы на канале Device, и сегодня на обзоре материнская плата Asus Prime H610MD-D4. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнские платы Asus серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel 12-го поколения. Prime H610MD-D4, отличающиеся надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, предоставляют пользователям и сборщикам ПК ряд вариантов настройки производительности с помощью интуитивно понятных программных и встроенных функций. Комплексные элементы управления составляют основу серии Asus Prime. Материнская плата Prime H610 содержит гибкие инструменты для настройки каждого аспекта вашей системы, позволяя настраивать производительность в соответствии с вашим стилем работы и максимизировать продуктивность. Модуль регулятора напряжения DigiPlus VRM обеспечивает контроль подачи напряжения в режиме реального времени, автоматически переключая частоту и настройки энергоэффективности. Он также позволяет точно настроить процессор для максимальной стабильности и производительности. VRM с 6 плюс 1 плюс 1 фазами питания обеспечивает мощность и эффективность, которые требуются новейшим процессорам Intel. Запатентованные разъемы дополняют связь материнской платы с блоком питания с помощью 8 контактных разъемов, которые передают питание 12 вольт непосредственно на процессоры. Каждый разъем имеет сплошные контакты, которые могут выдерживать больший ток, чем разъемы с полыми контактами. DDR4 с улучшенной схемой маршрутизации и трассировки предоставляет новейшим процессорам Intel расширенный доступ к пропускной способности памяти. Технология Asus тщательно распределяет пути сигналов памяти по разным слоям печатной платы, чтобы сократить длину пути, и добавляет экранирующие зоны, которые значительно уменьшают перекрестные помехи. Prime H610MD-D4 предлагает слот M2, который поддерживает скорость передачи данных до 32 гигабит в секунду через PCI-Express 3.0, что обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений. Материнская плата Asus разработана специально для процессоров Intel Core 12-го поколения и предлагает подключение PCI-Express 4.0 для новейших графических процессоров. Широкая полоса пропускания и сверхвысокая скорость передачи данных позволяют создавать многофункциональные сборки, способные легко справляться с высокими нагрузками. Сетевой контроллер Realtek Ethernet снижает нагрузку на ЦП и обеспечивает исключительно высокую пропускную способность TCP и UDP для более быстрой и плавной передачи данных. Серия Prime H610 оснащена набором гибридных разъемов для вентиляторов, чтобы ваша установка оставалась прохладной и стабильной при интенсивных рабочих нагрузках. Материнская плата Asus имеет комплексные варианты охлаждения, которые можно настроить с помощью инструмента FanExpert 4 в Armory Crate или в UEFI BIOS. Несколько датчиков температуры. Каждый вентилятор может динамически ссылаться на 3 термодатчика. FanExpert позволяет отображать температуру поддерживаемых видеокарт Asus для оптимизации охлаждения при выполнении задач с интенсивным использованием графического процессора. Многочисленные USB-порты поддерживают периферийные устройства высокого класса, в том числе порты USB Type-A на задней панели с быстрым USB 3.2 Gen 1 для передачи данных со скоростью до 5 гигабит в секунду. В серию Prime H610 добавляет нюансы, которые улучшают ваш опыт. От эксклюзивных кодеков, обеспечивающих безупречное качество звука, до интуитивно понятных элементов управления RGB-подсветкой, которые позволяют настраивать вашу систему для создания уникального индивидуального образа. Управление освещением. Сделайте свою сборку ярче. С полосами RGB, подключенными к разъему RGB, вы можете создавать свои собственные потрясающие многоцветные световые дисплеи со статическими эффектами, мерцанием, затуханием и стробированием. Индикатор QLED Core формирует световые схемы с помощью светодиода питания во время самотестирования при включении питания, что может помочь пользователям устранить потенциальные проблемы. Safe Slot Core — это эксклюзивный слот PCI-Express от Asus. Благодаря усиленной конструкции,
которая крепится к материнской плате с помощью специального крючка, SafeSlot Core обеспечивает в 1,6 раза более прочную фиксацию и в 1,3 раза большую устойчивость к сдвигу, чем стандартные слоты расширения. Приложение Armory Crate. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления игровыми продуктами ASUS. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с компьютерной системой. Именно здесь можно синхронизировать визуальные эффекты подсветки Aura между различными компонентами, технология Aura Sync, или отрегулировать скорость вращения вентиляторов утилита Fan Expert 4. Знаменитый UEFI BIOS предоставляет все необходимое для настройки, установки и тюнинга вашей установки. Он предлагает разумно упрощенные опции для новичков и более широкие возможности для опытных ветеранов. AI Suite 3 – приложение для мониторинга состояния системы. С ее помощью можно регулировать частоты, напряжение процессора, температуры и скорости вентиляторов. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!